Всем здрасте, собственно говоря, это у нас получается 9-й выпуск по Майнкрафту. Мы продолжаем выживать. В прошлой серии мы с вами все-таки нашли алмазы. И это очень хорошо. Так, давайте сделаем, наверное, здесь лунку для лавы. Так, песок там сгорел. Окей. Можно, кстати, сделать генератор камня. Да, давайте сделаем генератор камня просто для того, чтобы был. На самом деле не помню, как он делается, но да ладно, по-моему, здесь нужна дырка. Так. А, нет, подожди. По-моему... Так, значит, надо сделать. А, ну все тогда. Окей, генератор камня мы зачем-то сделали. Пусть будет. А, так, собственно. А что у нас там по тому, что у нас в печках? Как у нас там все переплавляется? Ага, здесь еще 31 железо будет переплавляться. Ой, как же много у нас железа. Итак, так, теперь давайте вспомним, сколько нам надо обсидиана на портал. Сейчас будем... Так, тихо. Все. Чуть не чихнул. Так. Ага. Так, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Если я сейчас правильно все понял, то 14 обсидиана нам нужно. Отправляемся в шахту за обсидианом. Что нам еще делать? Отбиваться от зомби. Кстати, нам надо будет скрафтить меч. Потому что меч наш уже все. Показалось или нет? Показалось, наверное. А тут что? А тут ничего, окей. Итак, спускаемся на дно морское. Давай быстрее, ё-моё. Итак, вот и мы спустились на дно морское. Теперь нам надо добыть здесь обсидиан. Надеюсь, там нет под низом лавы. Здесь есть под низом лава, окей. А, я его забрал, ни хрена себе. Так, а что у нас? Блять, что я делаю? Стой, тварь! Так. Теперь к источнику надо пробраться. Откуда вся эта хрень льется? Ого, вот это повезло. По-моему, я здесь решил закрыть просто-напросто.
Где чертов источник? О, я его нашел, неужели? Итак, теперь мы можем, надеюсь, безопасно копать. Ну-ка. Нет, мы не можем безопасно копать, да ё-моё. А что если нам... Точно. У нас есть уже один блок обсидиана, окей. Один блок обсидиана есть. А теперь у нас есть еще два блока обсидиана. Так. Короче, сейчас, подождите. Сейчас мы все сделаем. А, так. Один блок, второй блок. Третий, четвертый. Ага. Угу. Здесь 5 блоков у нас будет стоять. Здесь у нас будет 2 блока посередине еще. Ага. Вот так вот. Одиннадцать блоков нам, получается, еще нужно. Нам еще нужно скрафтить 11 ведер. Но с этим проблем не будет, потому что железа у нас до хрена и больше. Поэтому, да. Блин, надо воздух опять набрать. Дыши. Дышите, не дышите. И давай вверх плыви. Во-во-во-во, что это за ускорение такое? Так, мы выбрались. Слава богу, мы живы. Так, что-то, по-моему, звуки какие-то громковатые. Так, 11 ведер нам, значит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Сейчас будет как раз таки 11. Давай, давай. 11. Все у нас. 11 ведер. Будем сейчас тушить. Подожди-ка. А у нас, по-моему, было где-то здесь озеро лавы. Не? По-моему, было. Да, вон, вижу. Есть. Угу, я так и знал, что ты меня подойдешь и скинешь. А, блин, я хотел тебя скинуть. Ладно. Собирай, собирай, собирай. Так, хорошо, теперь давайте делать из этого обсидиан, правда, вот как? А, нам же кроме этого понадобится еще и вода. Так, короче. Делаем здесь такую лавовую стену. Сейчас будем пытаться ее тушить. Ай! Главное, чтоб нас сейчас не затушили здесь. Огнем любви. Так, теперь все эти ведра желательно застаковать. Во. В руку, пожалуйста, возьми. И набрать туда воды. Желательно во все. Я специально наберу во все. Теперь.
будем строить. Ой, говорил же, что чихну. Правильно сделал, что загорелся. Иди отсюда, тварь. Поджег, так еще и отравил. Мразь. Ты собираешься вообще ее тушить или нет? По-моему... А, не, получается, что... Че-то получается. Неужели получилось? Итак, будем сейчас считать. Раз. Два. Три. Четыре. Ай, тварь, да иди нахрен. Долбоеба кусок. Пять. Нам нужно 14. Короче, выкапываем нахрен весь его. Итак, наконец-то мы выкопали все это. Делай. Так, у нас... Да, шикарно, слушайте. А что у нас осталось? 10 вёдер с водой. Нахрена они нам нужны? Я хрен его знает. Закрываемся и сейчас поспим. Баньки. Тыш. Так, еще бы нам желательно покушать. А чё покушать у нас есть? А чё у нас есть покушать? По-моему, ничего. А, нет, у меня же всё в инвентаре, ё-моё. Угу. Так и давайте строить. Правда, где его строить? Точно, я его построю, наверное, вот здесь вот. Где у нас тут? Давайте прям перед сундуками вот так вот. Прям. Ладно. Не, это все херня. Он здесь не вместится. Можно было бы, но он тут не поместится просто-напросто. Давайте вернем на место кирпич. Поставим его где-нибудь нормально. Вот здесь вот. Эти раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ай. Раз, ой. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, да, слушайте. А теперь огниво. У нас есть огниво у нас. Так, не то. Да, у нас есть огниво. Так. Все, у нас есть чем поджечь. У нас есть чем поджечь это говно. Ай, тварь. Потуши. Что у нас здесь?
пускай здесь у нас будут ведра. Много ведер. А, еще одну забыл. Так. Это обратно засовываем. Это сюда засовываем. Также нам надо будет отправиться в поисках деревни. Ты как туда забрался, Вася? Ты мне грядки решил потоптать? А, он уже две истоптал, пидораса кусок. Хорошо, я тебе в следующий раз этот глаз на другое место накину. Будешь ты видеть пятой точкой. Так скажем, мир под другим углом. Так. Что у нас по броне? По броне у нас все плохо. Поэтому надо ее крафтить. Желательно взять вот так вот. Итак, херак. Нагрудник есть. Штаны есть. Тапки есть. Шлем есть. Херак и меч есть. Подожди-ка, у нас же, по-моему, алмазов на меч хватало. Да, у нас алмазов на меч хватало. Ладно, этот меч мы тогда для драконов. Точнее, для дракона припасем. Давайте его сюда положим. С помощью так, и, наверное, я могу, по-моему, сделать вот так вот. Да. Херак, херак, херак. Херак, херак, херак. Чтобы не выкидывать ее, мы просто ее состыкуем в одну. Так. Наверное, нам еще понадобится кирка. И лопата. Так. Но также желательно с собой взять немножечко немножечко. Так, не понял. А, все. Немножечко факелов. Так. Для того, чтобы метить путь. Чтобы не заблудиться. Итак. У нас вроде бы все есть. Ой, встречай нас. Ой, нас плющит. Не по-детски. Ой, нас даже тут плющит. Ой, ёб твою мать. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Факела в руки нахрен. И сразу же пошли. Кварц. Кварц. Нам нужно искать. Крепость адскую. А вот в какой стороне ее искать, я хер ее знает. Можно, в принципе, пошлюхаться и поискать. Что мы, наверное, и сделаем. Только с учетом того, что я здесь камушка наберу, потому что... Ой-ой-ой-ой. Фух, факел, спасибо, хотя бы что не тронуло. Так. Стой! Да я блоки заберу, мразь, как ходить? Я забыл, как ходить.
и блоки не успел забрать. Почему здесь везде лава? Какую дырку не заглянешь, везде лава. А, у меня еще одна есть. Каменная. У меня еще две каменных есть. Окей. Больше камня. Больше адского камня. И отсюда уже, наверное, давайте поднимемся. Опа, опа. Ага, я вижу портал, это хорошо. Это хорошо, это хорошо. О! А где твои друзья, вопрос? Хера ты тут один. Короче. Что у нас там? У меня есть теория, которая хер его знает, рабочая или нет. О, вот и его друзья. Но строиться нам надо в сторону, в одну из сторон, в какую смотрит портал. В данной ситуации это где-то там. Ай. Какого хрена я упал? Блин, это слишком долгое и неинтересное занятие. А, я понял, что я упал. Короче, есть такая мысля, чтобы за кадром все это дело найти. Это будет куда интересней. Ну как, точнее, это будет... Это будет не особо интересно, я понял. Поэтому возвращаемся, пожалуй, в наш мир живых. Иначе я здесь умру. Случайного падения. Трофеев мы с собой взяли. Это хорошо. Потому что мы можем вернуться обратно и... вернуться обратно. А за кадром я уже найду эту сраную крепость. И в следующей части мы, наверное, с вами пойдем туда. И будем ломать ёбла всем, кого увидим. По большей части нам должны, там, точнее, нам нужны визорские литоны и, собственно говоря, ифриты. Будем отрывать у них палочки. Вот, и, собственно, да.
Короче. Наверное, да, будем заканчивать, а уже за кадром я найду все, что нам необходимо. Умри. Я ж тебя убью, ёпта. У меня ж лук есть. И одна стрела. Опана. One shot. One kill. Почему меч нельзя кидать? Собственно, да. Всем огромное спасибо. Надеюсь, я найду все-таки эту сраную крепость. Вот, потому что, ну, она нужна, как никогда. До этого не нужна была. Тварь такая мелкая, хрен попадешь. Лучше бы ты в пещеру упал и там умер от голода. Короче, ладно. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи и пока.